Потом институт. Ага. Потом больница. Аспирантура. Больница же не бывает, брат. Больница. Или больница, тюрьма. Это так, что ли, бывает? Если я еще не болел бы, то вообще бомба. А я же чай должен такую заварку чисто, понял? Я тоже сейчас пойду чай дам с имбирем и лимоном, блядь, здесь. Слова отвечаю, брат. Красача. Я уже вторую кружку чая пью. Организм спал, оказывается, брат. Спаунуцы. Респаун. Фара, ты где сейчас? GTA? Что там нереальные рубки такие, да? Нас не хватает, честно скажи. Или без нас тоже хорошо. Да не, уцы, честно сказать, да, не Да. хватает. Но момент такой, что тебе надо проблему решить с паролем, который ты никак не хочешь решить. Ты Не, я хочу, просто... брат. Ну, сейчас чуть-чуть не хочу, может быть, уже чуть отошел, понял? Да. Ты определись, хочешь ты или чуть-чуть не хочешь, да. Хочу, брат, как не хочешь. Все тогда делаем. Делаем завтра, сделаем, брат. Все Залетим завтра, туда. вот сегодня сделаем. Сегодня мы заняты, мы Сегодня работаем. заняты же, брат. До утра собрались играть. Да, До утра, брат, вечера потом уже. же. Ты чё, брат? Ты серьезно, брат? Не знаю, что тебе сказать. Я тебе уже сказал, что машину подарю. Что тебе еще здесь подарить, да? Ты Да, че его? брат, что бомба. Поднимает Вообще-то... своего. Он что делает, эй? Медведь разбушевался, он привет. В бассейне у нас кто-то есть, что ли, здесь? По-моему, есть. А, это синий, по-моему, подо мной топает. Ты это представляешь себе или нет? Я даже такое представить не могу, что он такую суету сделал моему брату. Ты чё, скажи? Да, чтобы под тобой, чтобы он топал. Да. Это он вообще погорячился, честно сказать. Мы вражок не идем, что ли, высушивать их? Даже конченое место, брат, высушить, это я серьезно говорю. Я знаешь, что сделать? Смотри просто. Можно вот так ехать на мини-файты. Да, не мини-файты, шляпа вас. Биг-файты Ну. рулят. Брат, хочешь, пойдем. Сейчас пойдем, Пойдем. давай. Пойдем. Даже вторую каску не нашел. Пойдем. Давай, говорит, сегодня без доты этот человек. Без доты, брат. Компьютер даже включать не стоит, здесь. Это Даже, самый смак. Это вот ты когда похаваешь, и у тебя там торт с чаем. Ты что, не возьмешь, не сделаешь? Не выпьешь? Не достанешь торт с Эксклюзив, холодильника? пирожок. Ники Минаж. Нокну на втором этаже, желтая метка. Иду туда. Нашими их. На второй этаж хаишку прям кинешь. Толпа нереальная. Да убей его, курбан. Поднимай, второй раз нокнулся, курбан, укаленный в хлам. О, вышел, вышел, вышел! Ты пушил, Отойди, отойди. Подними. Все, мы проиграли. Эй! Мой чип, курбан, а тебе это рак-то тебя поднимет. Да-да-да, чип. Эй, let's go, let's go. Чип забираешь, сразу поднимаешь, курбан, пока там Да-да-да, рубка сразу идет. поднимай, брат. Буду, брат, чё? Там да, сколько миллиард смоков, тормози, эй! Go, 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 go. Nice, 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 nice. Окей, окей. Ассаламу алейкум, салам, нормально, брат, ты как? Фури, 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 все бомба. Фури файбс. Чип забираешь, на хату заходишь, курбан. Вас окружили, курбан, надо домой зайти на второй этаж, срочно. Поднимаются. Еще, 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 курбан. Отойди в комнату, уцы. Нормально все, сейчас поднимем. Все, 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 все. Эльда, Эльда Абдуразаков. От души, брат. Эльда, Эльда, я тебе говорю, жест. Еще слева, еще. Ты что делаешь? Еще сзади идет. Заходит, зашел, зашел. Выходит. Трону не было приколись, да.
Да как не было, у тебя 23 патрона было, когда ты его убрал. Головы, еще подбегают. Подбежали, уйди, так не стой, в опу не стоишь, а через окно убьет тебя. Патроны. Зайди, брат, он через окно сейчас тебя убьет. Их долбят оттуда сверху. Эй, Курба, меня поднять надо, брат. 10 секунд осталось. У Циту надо перебегать уже. Сейчас, брат, подожди. Он гранату кидает, у тебя есть в туалете сидит он. В туалете тут что, здесь слева. Да он чем будет кинуть, брат? Тоже правильно говоришь. Эй, я сейчас пойду тебя поднимать. Эти гром в окне стоит, брат, что ты делаешь? Найс. Наверх поднимайся, брат, он сейчас заходит. Че делаешь, как, брат, тухо да скажи. Да не работает у меня, брат, мышечка ж. Как, братуху? Помнишь, у меня так было один день, когда я вышел с ним? Не работает у меня мышка, брат. Только стреляет налево, направо, не поворачивай, да? Не поворачивай, клянусь Аллахом. Эй, это пацан, что за отморозок, который... Не поворачивает, брат. Все. Да, вот так высушиваешь их. Альт F4 нажми, перезайди. Одного еще там добили. Вот так попробуй отыграть, Курбан. Ну вот так, через гранату боковую. Как будто бильярд играешь. Так играть. Ч, почему она так случилась? Так бывает, моросит она. Ай, как, братуха. Да меня вообще такой нереальный рак нокнул за сова, отвечаю. И как обычно я нокнулся, и вся команда должна нокнуться. Вот там папки, ничего не поменяется. Нажми кнопку, я сейчас уже разогреваться начинаю. Да-да-да, я тебе серьезно говорю. Эй, ты прикинь. Третья такая тухляк будет. За сова тебя через не могу поиграть, одну, две, три умрешь, так бы на че? Пару сходишь, в азарт входишь, понял? Уже хочется быстрее зайти куда-нибудь, понял? Угу. А ты думал, я ракую, да, вот так что попало делать, честно скажу? Не, да я сразу понял, что у тебя эта суета замкнула. Ты еще когда ногнутый был, она у тебя замкнула же. Ну тебе говорю. А, да, она понял, влево уходит вот так. У меня так замкнула один раз, брат. Я еще думаю, у меня же не беспроводная мышка, она же не садится, понял? Угу. Нажимай, брат. А у меня, брат, замкнула, она надо эскейт нажимать тоже вот так. Эль, да ты же прилететь на туре должен был, прикинь. Да, у меня у самого завтра, брат, родные прилетают, мама там, бабушка, поэтому мне надо... Сегодня нормально все. Чувствую. Эльда, вот ты. Так, как здесь было отключать статус? Эльда. А, это ты, да? Эй, Курбан, ты видел, какую картину мне подарили, бажи? Да, брат, что-то не реалка за слова отвечаю, брат. Это что, кто тебе подарил? Брат? Сестра? Вот. Ну, не передаст та камера сам. У тебя же еще есть какой-то этот бородатый. А, эй, куда продаем, Курбан? Куда? Да. Нащинскую, конечно, брат. Очень нащинская. О, нащинская, значит. Данчингуцин. Данчин. Ты что забыл? Данчин. Тоже такая, уже мы привыкаем к этой карте, скажи. Да. Кот Леопольд здесь. Леопард. Плохо, что мы с ними не можем разговаривать. Ты же раньше умел разговаривать вот, на любом языке. Умел строй? Да. Я раньше. Да. Умел. Я сейчас тоже уемейл. Емейл, да? Ну, говори за себя, брат. Ну, просто... Тебе суета, да? Эй, мне помощь нужна. Эй, черт, медведь же есть на медведи, черт. Да, брат, ни одну каску даже не нашел. Знаешь, ты же ничего не нашел, отцы. Ты
Где он был, брат? Ну там у меня в доме их трое там отцу. Один окнут, да, и другие двое раки. Вот здесь слева в доме. Слева в доме, слева в доме, слева в доме. Вот здесь? Да, вот здесь внизу. Заходи вот так отсюда. Вон он его поднимает. Поднял уже. Нормально. Найс, 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 найс. Просто как, братуху, он воздухом шмаляет, что ли? Найс, найс, найс. Поднимай, сейчас поднимем тебя. Эй, рак. Он тебя на прицеле держит, приколи. Я никогда в жизни не умел, брат, с этой винчестера стрелять. Вообще не вот могу. Вот, все, видишь, брат мой, пока вы там воюете, я здесь тоже уже сделал. Пара, пара, ты тоже делай. Дурак. Алло. Up me, my brother. Ага. А вот же она. Или ламамуцы. Дота по расписанию, конечно, есть бонус, ты чё? Только... Завтра как раз потренируемся с Курбаном. Курбан, Надо уже начинать, брат, тренировки, ты пропускаешь тренировки. А главное, стабильная же тренировка. Я как начну тренировки без тебя, мой сенсей, скажи да мне. А ты запиши номер, набери, скажи, ты Курбан. Ты запиши, брат, конечно. Эй, Кирешкин! Кирешкин зашел и вышел. Эй, let's go. Кирешкин! Полный спич, я тебе хочу сегодня показать, как я на самом деле играю. Да, я уже видел, как ты на самом деле играешь, бонус. Не, знаете, что самое интересное, брат? То, что я вот не играл где-то, ну, полгода, я даже не, вообще, ну, даже не садился, не открывал эту игру. Я захожу, думаю, ну, он в Дискорде сидит там с Нариманом, с профиками, что-то смотрит, игры изучает, что-то. Я думаю, ну, по-любому первое время человек должен все равно лучше хоть как-то играть. Он, брат, хуже стал играть здесь, чем я себе представлял. И это я сейчас, чтобы не из-за рофли говорю. Не, брат, ну тут же, почему тебе это, брат, задевает бонус по-братски? Ну, тут же ничего такого нету, брат. Не, ну не то чтобы изучает, брат, не так прям сидишь изучаешь, да, ну какую-то ты игру по-любому, брат, за полгода смотрел чью-то каких-то профиков, по-любому, я думаю, брат, может ошибаюсь я, ну думаю, что какую-то брат, ты игру ну, смотрел. Я не говорю, что я там, вот вчера даже Алик Маджи сказал, брат, ну он слабо играет, ну. Салам алейкум. О, Алик салам. О, Алик салам. Я тоже, брат, как так же играю. Бомба. Как ты? Куда пропал? Я? Почему так часто пропадаешь? Где я пропадал? Так вот, я у тебя спрашиваю, где ты пропадал? Эй, Курбан, ты уже должен на двойке меня я ждать. Я всегда тут каждый день. Да, правильно, Рустам всегда рядом. Ну, только тут кипиш, конечно, был немного такой. Так. Что-то есть. В Дискорде кипиш был? Нет. В игре? Нет. А где? В жизни? Да. Кем? Не говори, да. Компьютер мне хотели давать. Еле-еле сел за него. А чё ты вчера брату не дал доты ружей, выскочил? Эй, let's go. Не знаю, он вчера вот играл, я тебе говорю, он до 5 утра сидел, клацал эту клавиатуру, я думал, он мне сейчас сломает её, как он зажимал. Я на резону, не знаю, брат. Эй, пусти, пацаны. Чё ты говоришь? Лохма. Я вам спрашиваю, когда на резону зайдёшь, я говорю, не знаю, мне завтра родные приезжают, семья, я с ними буду. Ну, это правильно. Так и надо. Да не говори, да. Здесь вот и справляемся. Мы я не сомневаюсь, там фара, конечно, есть. Да нет, за главного. Здесь за главного много кто есть, брат. Я вообще там, можно сказать, рядовой. Так что так не говори. Все, не обессуй, да, фара. Да нет, да какой не обессуй, брат, еще говоришь. Курбана вот не хватает, генерал. Эй, my friend, я же этот вызвал. Где эти губжики, эй?
Да их оставь, их оставь, я туда прилечу, пока ты лететь будешь. А что сегодня? Let's go, let's go, let's go, эй, my friend. Что сегодня так вдвоем играете в PUBG? Тебя же нет. Ну у вас же целый сквад бывает. Эй, let's go, let's go, let's go, let's go, эй, my friend. Дурачок. Там очередями он собирается в этот сквад зайти. Какой дурак это же достал, ты че, эй, турбовайв. Он еще выбежал в конце. Пускай едет еще. Барбан, что стало? Что стало? Да сейчас тебе долго объясню. Эй, я на двойку прыгаю, лахма. Да-да-да. Курбан разогрелся, я вам серьезно говорю. Вчера на туре хиппи же есть, Рустама и Карара, блядь. Да это не хиппи. Это шкипер. Это шкипиш. Рустам, в GTA не заходишь, что ли? Мы здесь свои эмоции, ты где? Да, ему что не выглядит? Знаю, я вчера заходил так. Руслан на Киеву встретил там тут, пообщался и ушел. Молодец, что встретил. Давай заходи, в рядах тебя не хватает, ты. Да не, ему без лахмы, что там делать? А что меня там сразу убили и оружие мои бомбу забрали? Нафиг мне это надо? Да-да-да, вчера бонный шкипер на дворе, что кричал, ты видел? Я, говорит, не мужчина, если я лучше тебя не сыграл. Я в шоке был, вы что до 3 часов ночи играли в доту? Ты в шоке был бы, ведь, если бы... Ну, и то лахмы там на час позже, 4 утра, можно сказать, играл. Ой, это ж не по... раньше. Эй, зогдай сейчас, зогдай сейчас. Там жди меня, Курман, я прям туда приземлюсь. Давай, брат. Жди меня, передача был ты, а ты вот здесь выстрелили меня, вот все, я в страх. Да, нет, конечно, брат, ты что говоришь. Тебя никогда в жизни они не выстрелят, брат. 8 секунд, брат, просто постой здесь на крыше, я сейчас прилечу, вместе начнем отсюда двигаться. Просто вот здесь подожди меня, брат. Не-не, просто сиди, брат, просто сиди, да, по-братски. За фул бустуй себя, Курбан. Нету просто, брат, я аптек, ничего нету, брат, даже не лутался даже, брат. Я лечу. Уно увидел. Там есть для меня оружие автоматическое? Брат, не вижу, я. Все, понял. Ну да, ключ есть, эти, честики, когда у тебя на вот этом доме есть человек. Да, я знаю, брат, он же по мне стрелял. Он вообще снизу тебя, брат. Такой обжиг какой-то лес. Да тормозили, по-братски. Ты говори, да. Ага. Ты со мной при... Why? Откуда? Я даже не понял, откуда. Есть хил, когда вот кто-то нет, поднялся туда, на веревке. Я знаю, тихо. Он здесь. Каленый будет. Это чайк не хватало, брат. Это что-то чудовище, скажите, как братуху. Это натуре чудовище. Ассалам алейкум, жесть. Да выходим, брат. Да, конечно. Не хватает, брат. У меня ни аптек, ничего нету, понял? Да я тоже только приземлился, мне откуда-то сбоку. Приземлился и тебя убили, тебе дать аптеки нету, брат. Это шумяу не хватало. Заходи-ка, шумяу. Да, нет, конечно. Я тут, брат. Шумяу, ты в лобби, да? Угу. Ай, шумяу. Эй, только смотри. Играть-то ладно, мы не говорим, что ты играл. Нам надо это, чтобы ты мотивации... Там, мотивацию нам поднимал. Мотивационные ролики посмотри хотя бы. Да-да-да-да-да. Братья мои достойнейшие, не обессудьте, конечно. Да, тормози, да, фара. Воюем. Я в Дискорд зайду, брат, потому что кого не слышу. Да тормози, да фара, брат. Ты натуре. Мы же тоже воюем, брат. Мы вместе воюем, получается. Да, брат. Я с одной стороны, вы с другой стороны. Да, я же это, мы на два фронта работаем, брат. Не, вот ты, в любом кайфе, вот ты заходишь, потом мы с тобой идем на королевскую битву. Она такая же, как и PUBG. Она тебе понравится, уцы. Там ходишь, тоже бегаешь, оружие лутаешь. От зоны, короче, понял? Королева. Королева, говоришь, да? Королевская битва, уцы, не королева. А, королевская. Да. С королевами у тебя проблема здесь немного. Помнишь, с тобой ездили? Да. У них это проблемы, уцы, с королем. Королевский что будет еще? Креветки королевские бывают, уцы. Да, засадчик. Что за они, бомбу, вы скажи? Да, не говори, да. Одну похавал, и все, уже сытый, нет? А эти обычные штук 10-20 надо хавать, нет? Нет, цы, королевская креветка есть, тигровая креветка есть. Тигровый, я говорю. Вот.
Я про королевские говорю, они такие чуть больше, короче, чем... Я же это и... говорю, брат, больше и да, вкуснее. Конечно. Тула-Зарио, где, брат? Тула! Эй, Шумел! А? Ты где? Не знаю, я тебе присоединиться нажму, друзья добавил, ты ничего не сделал. Слушай, Рустам, вот здесь такой вопрос, короче, мне кажется, он ни одного меня интересует. А вот ты кирешки, говоришь, любишь, да? Угу. А с каким вкусом? Я же говорил уже. А, ну-ка еще раз повтори, я просто не слышал. Малосольные огурчики. Ага. Ага. Со вкусом шашлык. Так. И? Ну и ветчина, сыр и все. Ветчина, сыр? Ветчина нельзя же, брат, ты морозишь, что ли? Ветчина же не свинина, брат. Свинина ветчина бывает, брат. Да? Конечно. Или не ветчина, там, ну, какая там? Корочки, кириешки, не помню. Ветчина? Эти кириешки, брат, не хава, это шляпа, брат, кириешки. Лучше а переходи че? На это, три корочки переходи. Я и три корочки ем, брат. Я короче, все, которые сухарики есть, я все кушаю, даже хрустим. Серьезно? Мне сухарики нравятся, брат. Короче, это про тебя, да? Давай похрустим. Да-да-да. Я Боже. Чипсы не люблю, я больше сухари люблю. Сухари. У меня не работает что-то лобби, брат. Сейчас заработает. Здесь вот эти Тулазарио в лобби, брат, тебя ждет. Да, я вижу, я тоже в лобби, брат, ну готово, надо, не нажимается. Надо ник поменять, мне надо этих 200 джишек, вот эти монеты какие-то, чтобы ник поменять. У меня 850 есть, еще надо немного. 150 надо. Это шмотки ты где купил? Какие? На Эрчика Зака. На тебе. У меня? Да. Не знаю, мне выпали они. Выпали? Выпали, да. Семер усел. Мне сказали, вот эти какие-то перчатки у меня редкие эти. Очень, ты что таких не сказал? Не, сказали, эти самые, что... эти самые, по-моему, редкие, даже. Они сказали, что они алдовские, что-то такие. Да-да-да. Так, я что, пошел это, помочь пакетам машинам загрузить. Мои друзья пошли им салам кинуть. Ага. Одной рукой кидали салам? Нет, двумя, ты что? А, двумя? Уважение-то бывает у нас, брат. Ага. Мои это родители все-таки же. Не, я спрашиваю, просто там Питере, может, другие эти. Не-не-не, лезгины же они, брат. А, наши. Ага. Лезгины везде нет, лохо. За слова отвечаю. Вот, и помните одного этого лезгина, который со мной сидел? Ага. Да. Вот, и он, короче, подходит к моим родителям, салам кидает, говорит, как вы там, как здоровье? Говорит, я, если что, лезгин, говорит. Я как ха-ха начал ловить. Громко вот так, да? Да. И что, тебя отпустило потом? Что? Да, отпустило потом. Ну, от ха-ха. Да. То, что над ними смеялся вот тогда? Угу. А потом что было? А там ничего, пошли вещи купили. Ты же говорил, разборки еще какие-то были. Какие разборки? Разборки сейчас тут были за компьютером у меня. А-а-а. Мне компьютер не хотели отдать. Ну это, конечно, бомбовая история, такая на реальных событиях, которые даже... Да-да. Че, никогда не поверишь, это такая суета. Да, не говори, да. Мамин Хасанатор, папин суета. Единственная игра, где звук нужен, это PUBG, брат. Я думал... Это плохо. Да. Не справится. Вот так ты, Халах, мне надо помочь. А вы где? Твоего поднимает Курман. На первом. Спрыгивай быстрее, Курман, спрыгивай. А, братский, она, ты видел, сколько перезаряжалось это оружие? Вот здесь в комнате вас, справа, 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 слепу закидывай. Заходишь. Справа сначала убей. Справа, сзади, 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 сзади. Сзади, говорю, брат. Ну да, брат. Бегу, бегу, бегу. А сейчас поднимем, брат. Какие два черта, я их всю дорогу слышал. Где они, как они там затарили? Нет, я личные сообщения не читаю нигде, братан. Только на WhatsApp. Или в Viber, да? Да. Viber, приколи, да. Курба, ты мой чип забрал, да? Да, брат. Захрить заходу. Это где суета это была? Ты сегодня рано в доту пойдете? Ага. Понятно. Эй, Тулазарио, иди сюда, резко. Где ты? Бегу, бегу, бегу. Он на меня идет, брат. Я не знаю, как отсюда выйти, брат. Да это рак конченый. Все, 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 убью и поднимусь. Ты должен был со мной идти для прикрытия. Дальше я лутался там.
У тебя в упоре справа, 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 где? Вот он перед тобой. Он сам своего же убил. Давай, Леска, сейчас поднимай чипы, оба. Подними, Леска. Убегай туда, Рак, сейчас еще два их кента придут. Что? Назад беги. Назад беги. Назад. Налево. Перегорди оружие. Направо беги. Патронов нету. Где? Где эта чанда? Наверху она, на крыше. Не оттуда, Рак. Вот на этой крыше. А как туда забраться? Вон, справа. Резко поднимай, он своего пока поднимает, резко. Как они поднимают, если они там умерли? Налево, Рак, налево, налево, налево. Просто как, братуху, что делает этот неадекват JS? Сорян, сейчас все сделаю, подождите. Ну, брат, я нормальный. На это даже смотреть не хочется, отвечаю. Да, слова отвечаю, JS. Ну, что тут такое, я недолго же играю. Поднимай резко. Это что такое? Все, наконец-то. Ну, хотя бы радуйтесь, что я вас... Рустам. Пойди помоги своему этому пацану. У меня 4 помоги патрона, ему. Подождите, дайте я патроны-то сделаю. У меня 4 патрона, я ничего не смогу сделать. Иди скрафти патроны вот все. Ты через F патроны поднимаешь, да? Да-да-да. Да. Ну я знаю, могу, что через инвентарь. Машина. Но мне так неудобно, я лучше сразу через F. А тот что не умер, который вот этот был? Это кто? Он стал приколить. Он ливнул, оказывается, прикинь, он... Давай-давай, лутайся вот так, стоя. Ложись хоть хотя бы. Нюх хороший, да, говоришь? Тихо-тихо, кто-то идет. Ты же не боишься? А, это этот, на мой первый. У тебя в рюкзаке места нету. Да, нету все. У тебя сколько семерок? МД4 вытащи. Ай, шумяу, шумяу. Хватит меня. Так. Что, вы сюда прыгнете? Ну нет, конечно, нам зачем туда прыгать? А куда прыгать, чтобы я с вами, если что, помог вам там? Я на Тесле пойду двигаться. Давай, Тесла забери. Вот эту машину возьми, загрузи туда оружие, быстро. Все? Пока время, да, вот, возьми. Машину возьми сначала, брат, туда к трубам под. А, что вам лут был, да? Да, оружие что? Закинь туда. Калашники туда все закинь. Пару калашников закинь и семерки. И коллиматор, компенсатор. На трупе зачем заехал? Рядом поставил, да, брат, ты даже это что ли не умеешь делать? Да, я думал, через трупы в багажнике. Что, мне придется уходить, что ли? Да, конечно, и подходить к машине и вот так выкладываешь. Мне надо что-то выкинуть. Свою убери оружие. Сначала вот туда, в бок, куда-нибудь. И это не тема. Ну, до сих пор на эти трупы смотрит, что ли. М-ка есть. М-ку надо вам? Закинь М-ку. М-ка, да? М-кашка есть. Закинь, уже времени нету. В натуре играет, жесть. Представляю, я тоже такой же был, нет, лохма. Да, сова, отвечаю. Ашалей. Прикинь, да, на его игру смотришь, он на туре только полы смотрит, джейс. Чё, мы в городе, лохма? Вот сюда падаем, курбан. Куда? Давай. Туда машина подъехала, брат, прямо сейчас, видишь? Да. Но они на начало только подъехали. Двоих вижу, троих да. Вижу. Может, эту нашу хату займем? Да, сразу? Да, да, да. Как главное, чтобы они сейчас не спалили нас, брат. Не спалили. Не спалили. Что, они стреляли, значит? Им хана. Они спалили нас. Я одно оружие не нашел, брат. Я тоже какую-то еду шляпу конченую нашел. Да какой еду в лобби, выезжай. Не, я сейчас вас выезжаю в лобби, выражу. Брат. Сейчас я ты вас тогда... выражу. Да не выражишь ты. Этот. Да нормально выражаешь этот. Ты нас спасешь, ты нас спасешь, если в лобби выйдешь. Лучше этого спасения нету. Ходи, брат. Второй раз на твою игру смотреть, у меня уже нервная система не выдержит. Ну чего хотите, я меньше недели играю в этот парк. Да нормально, мы же за это ничего не говорим. Просто на... видите, как у меня слушай нас, что говорим мы. Выйди, сказали, сразу выходи. Ну вот, я вышел же, братья. Вот, все, поехали дальше. У меня вот достижение, видите, сколько я киллов делаю? Бомба, Рустам.